Привет всем! Итак, по результатам голосования в эту субботу, 15 декабря, в 21 час по московскому времени, мы разбираем фильм «Плавание с акулами», он же «Среди акул», он же «Swimming with Sharks», он же «The Body Factor». Обязательно необходимо предварительно посмотреть фильм. Сделать это несложно, достаточно зайти, например, на видео Яндекс.ру, набрать в поиске «Swimming with Sharks 1994», и вы увидите даже два разных перевода. Очень серьезный фильм с Кевином Спейси из ранних фильмов, к сожалению, незаслуженно обойденный вниманием. Тоже с элементами клякс Роршаха, поэтому каждый в нем увидит немножко свое. Об этом и поговорим. Среди прочего, через этот фильм я узнал композитора по имени Том Хиль, из-за которого мне пришлось зарегистрироваться на iTunes, потому что нигде в другом месте я не смог купить его альбомы. Обратите внимание, возможно, вас заинтересует. Итак, суббота, 15 декабря, 21 час по московскому времени, на моем канале. До встречи!